Поселок Тикси расположен в уникальном районе, в котором представлено все многообразие Крайнего Севера. Океаны и озера, ледники и тундра, холмы и долины, пурги и полярное сияние. Миссия поселка исторически связана с освоением советской Арктики и развитием Северного морского пути. К концу 50-х годов прошлого века Тикси снабжал якутским углем, генгрузом, наливом все побережье от Хатанги до Певека. Благоприятное геополитическое положение, исторические предпосылки развития поселка, узнаваемость территории не только в России, но и за рубежом предопределяют его функции как опорного пункта обеспечения национальной безопасности в арктической зоне Российской Федерации, базового пункта управления восточным участком Северного морского пути, транспортно-логистического узла на основе развития морского порта и аэропорта федерального значения, российского и международного центра научного изучения Арктики, испытательного полигона НОЦ «Север», территория устойчивого развития, природно-ресурсные базы Восточной Арктики, территории развития альтернативной энергетики, объекта международного арктического туризма, визитные карточки Российской Арктики, модельного, заполярного, экологичного и энергоэффективного поселка. Эффективное выполнение этих функций возможно при реализации проекта комплексного развития, учитывающего все аспекты жизни поселка. Тикси – поселок будущего, каким мы его видим. Основными направлениями развития поселка являются улучшение социальной инфраструктуры, предусматривающее создание и развитие качественного имущественного фонда, организацию центрального водоснабжения и водоотведения, бесперебойного электроснабжения, создание аварийно-спасательной службы, повышение уровня эстетичности поселковых улиц и дворов, строительство специализированных детских, спортивных площадок, зон отдыха. Развитие морского порта и модернизация аэропорта Тикси, в том числе за счет базирования в поселке частей Северного флота, что приведет к расширению географии маршрутов и повышению транспортной доступности, созданию международного меридиального транспортного коридора Китай-Сковородино-Якутск-Севморпуть-Западная Европа, развитию кросс-полярных перелетов между странами Европы и Америки с транзитом через магистральный аэропорт Тикси. Создание испытательного полигона НОЦ «Север», что позволит увеличить количество научных исследовательских экспедиций, апробировать прикладные научные исследования, в том числе в интересах коренных народов Севера, усилить международное сотрудничество Российской Федерации в сфере науки, исследований изменения климата, будет способствовать дифференциации экономики поселка, развитию местного производства, созданию новых рабочих мест, совершенствованию научной базы по изучению Арктики и развитию научного туризма. Учитывая один из слоганов туристско-рекреационного кластера «Российский север Арктики» «Вся Арктика в одном месте», мы видим будущий поселок как нечто похожее на нейросеть. Все социальные и инфраструктурные объекты будут расположены рационально и компактно и соединены между собой крытыми подсвеченными переходами в единый архитектурный ансамбль, что и создаст впечатление нейросети. Такой подход позволит использовать все помещения круглогодично, в том числе и в пурговые дни, которые в условиях местного климата наблюдаются от 79 до 90 дней в году. Для сохранения исторического прошлого и идентичности облика Тикси стены зданий будут оформлены авторскими иллюстрациями на темы северного эпоса. Уникальная архитектура заполярного поселка, связывающая инновации и традиции, позволит привлечь в него поток как российских, так и зарубежных туристов. Проведение системной работы по брендингу поселка Тикси должно включать разработку единого дизайн-кода поселка, проведение реставрационных работ на памятниках и объектах культурного наследия, разработку и внедрение современных систем городской навигации, оценку соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, рекламных конструкций, правилам благоустройства и градостроительной деятельности –
проведение работ по созданию безбарьерной среды, цифровизации сервисов ЖКХ, автоматизации обслуживания, эффективное использование имеющегося потенциала и широкое привлечение инвестиций позволит поселку Тикси стать уникальным местом комфортного проживания населения в суровых климатических условиях, а также экспериментальной площадкой для создания инновационного, энергоэффективного и экологичного поселения международного уровня на Крайнем Севере.